Арбитражный суд признал банкротом управляющую компанию «Комфортбытсервис», которая входит в группу «Жилфонд» и управляет домами в Ленинском районе Красноярска. В ближайшее время будет назначен конкурсный управляющий сроком на 6 месяцев. Еще две управляющие компании «Жилфонда» – Железнодорожного и Кировского районов – также вскоре могут быть признаны банкротами. Судебное заседание по этому поводу по компании «Жилкомресурс» назначено на 20 января, а компании «Жилбытсервис» на 25. Дела по банкротству инициированы Красноярской теплотранспортной компанией за совокупный долг в 1,5 миллиарда рублей. Как сегодня рассказала руководитель жилфонда Наталья Жавнова, банкротство управляющей компании не должно отразиться на обеспечении жизнедеятельности в домах. Заключены все договорные отношения по техническому содержанию домов. Соответственно, все это будет исполняться, и конкурсный управляющий, который будет назначен судом, он еще не выбран, будет, естественно, действовать согласно заключенных договоров. Поэтому лично для людей не прекратится ни уборка, ни содержание жилого фонда ни при каких условиях.